Добро пожаловать на наш YouTube-канал Hard Trust Info. В данном видео я вам расскажу, как отключиться от наушников Skullcandy Green с помощью вашего Android-устройства. Для этого зайдемте в меню приложений, выберем приложение «Настройки». Тут выберем пункт «Подключенное устройство Bluetooth». И напротив названия ваших наушников будет такая шестеренка. Нажмемте на данную шестеренку и выберем пункт «Отключить». Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал и до новых встреч!